Всем привет. Сережка сегодня приходил со своей, как его называют, женой. У Сережки дома мужик живет, видимо, жить ему негде. По хозяйству, короче, хлопочет, пока Сережка на работе. Сегодня приходили, начали настил делать. Что-то как-то они делают его. Непонятно. Доски все разной толщины. Что делали. Как-то неправильно. Ну ладно, бог с ним. Так, надо сейчас. Сегодня опять сороковник, наверное, был. Сейчас время 9:00. Ой. Я сейчас буду этой грядкой заниматься. Вода тепленькая. Так что скоро бассейн будет стоять. Катя сказала 4 шириной. Они неправильно вообще начали делать. Неправильно. Ну, ладно, как сделают, надеюсь, сделают все-таки. А сегодня в группе в местную Машка, ужас, что рассказывали, короче, двое, кто там так жить и никто. Ну, короче, двое гастарбайтеров напали на девочек. Это у нас, представляете, в деревне здесь. А что в городе творится тогда? Это ужас, они его как офонарили. Ну, если тебе надо, женщину, стоят на дороге, на трассе, идите вы, снимите. Ну, конечно, им же надо бесплатно это все. Вот так вот, даже страшно. Или на девчонок, или на женщин, не так не поняла. Или на подростков. Вот так вот, ходи по улицам и бойся. Ой, что, Машка вообще ужас, видно вам. Кошмар. Хорошо, сейчас придумали средства, чтобы... избавиться от них, хотя бы не кусаются. Подлетают, но не садятся. Ой, кошмар, сижу в такой-то. В мухоте. Вчера даже в огороде девочки не было.
Не знаю, видно вам там или нет. 30 градусов это было в тени. 28, пока шла в огород. На 2 градуса прибавилось. Сейчас посмотрим, сколько на солнце. Отвалился так на эту штуку. Мне надо полить. Я вчера не выходила, потому что жарко было сильно. А вечером у меня как зуб разболелся. Хоть вешайся. Надо полить срочно. Вот видите, бесконечно листья сыпятся. Вода такая теплая, сейчас хоть туда залилась. Потом все это в лейку. Ой, такая водичка, сейчас в бассейн. Лечь там и лежать. Поливать буду. Потом вечером выйду, еще досадить надо. Не буду морковку садить, огурцы, все равно мы их не едим. А Катя говорит, мам, зачем тебе эта морковка, мы ее так едим много. Салаты не делают, я раньше делала салаты. Огурцы она любит, только болгарские. Вот эти банки. Что там, дядя Ваня? По-берлински все. Такие она не ест, хоть они и вкусные, но она их не ест. И помидоры соленые она тоже не ест. А мне сильно их тоже нельзя с почками. Поэтому как так я второй день опухшая. У меня прям совсем бег распухло. Буду поливать. Короче, вот так вот. Вот так вот лейку, носик сделала. И так оказалось удобнее поливать. Сейчас я покажу вам. Сейчас вот обычно, как обычно делают. А сейчас поверну носик. И так намного легче поливать. И видите, какое распыление какое идет. И легче держать таким способом. Не знаю, слышно там вам или нет. Вот таким способом легче поливать. И распыление воды сильнее, как говорится, напор сильнее. И удобнее, и легче. Такой душ он пошире получается. Так, сюда нельзя. Сюда присяду в тенечек. Сейчас поболтаю с вами, да. Полью. У меня, видимо, второй день почки. Давление 190 на 110. И пульс 75. Но пульс я еще как-то сбавляю его таблетками. А давление никак. Вроде в туалет хожу нормально, по-маленькому. И воду пью. А что-то вот, видимо, отекаю, что вода не уходит. И соленого я не ем. Сейчас я еще только одну съела, эту хинкалину. А время уже 1 часа дня. Сейчас эти две грядки, а вечером у меня еще лука. Вот сколько. Но у меня как раз тут 2 осталось, потому что тут уже площадка будет, и поэтому вот 2 посажу. Лук есть, укроп посажу, и ладно, зелень есть на салаты, хорошо. И редисочку. Петрушку не буду. Ну, я говорю, у нас же есть другие планы, поэтому петрушку садить не буду. А Катя ей не пользуется. Ну и все, положила градусник, и солнце исчезло. Короче, вчера это мадама Катя. Ее позвали в гости опять, сестра Сережкина. Ну и она пошла. Пошла, одела брюки, футболка черные, джинсы, в кроссовках нафиг. Потопала. Приходит оттуда
Говорит, сейчас пойдем в баню, говорит, переодеться. Говорит, я свалилась. Говорит, невозможно на улице. Одела шорты и ушла. Вечером приходит. Еле ноги передвигает. Температура почти 40. Вот так побывала на солнце. Вчера в тени было 32 градуса. Катя говорит, я на солнце посмотрела, но вчера солнце было прямо сегодня не так, видимо, к дождю уже ближе или что. Это, на солнце, говорит, градусник, говорит, 52 градуса, аж зашкалил. Я говорю, может, градусник сломан? Ну, ладно, 42, но не 52. Когда такое в Сибири было? Может, и было. В общем, вот так вот пришла она вся больная, разбитая, до сих пор ходит, вся согнутая, потому что она пришла, в одеяло укуталась. Ее морозит, температура почти 39,6, что ли, была. Она в одеяло закуталась, ее морозит, вот так вот. Я говорю, какого хрена ты лазишь по такой жаре? А это почти в начале поселка, ну, деревни наши, частного сектора, как хотите, называйте. Она туда пешком, до сестры, потом от сестры еще к Сережке топать. Это почти первая остановка на въезде. Вот, а мы почти в конце живем. Я говорю, вот делать тебе нефиг, еще ребенка. Ну ладно, Варвара, в коляске, не в коляске бы ты их, на велосипеде, там козырек сверху. Там, говорит, у Сережки, говорит, маленький дождик. Говорит, я, говорит, мама села и сидела под этим дождиком. А у нас даже капельки в нашей стороне. Вот, вот такая погода бывает. Как говорится, один населенный пункт, там дождь был, а у нас не было дождя. Да, и она еще приходит, говорит, мама, дождь была. Я говорю, где был ты? Вся листва все сухое. Откуда он взялся-то? Ладно бы, я бы спала. А по поводу сна еще, девочки. Я днем, не то что там уже перепутала, я и днем не могу спать. Я могу поспать 20 минут и все, и больше не уснуть. А могу часа полтора поспать. Вот так вот. У меня вообще не пойму. Я вот как с Ютубом связалась, как я с ним познакомилась, вот такая свистопляска и эти панические атаки. Бабочки там летают. И панические атаки у меня начались из-за этого. Раньше у меня прекрасный аппетит был. Мне все вкусно было. Сейчас, чтобы я не стала есть, мне ничего. Я говорю, колбасу вообще никакую не ем. Охотничью еще могу съесть? Никакую не ем. А вот рыбки свежие охота пожарить. Какой-нибудь там карп или какие там еще есть. Обычно что, карпов жарят. Прям свежак, чтоб она вот такая была. Так охота, я смотрю, вот корейцев, они жарят рыбу. Мне так хочется ее свежую. А у нас можно купить, ну, наверное, в ленте, только в аквариуме. А так что, обычно минтай, камбала, терпук. Мой вот, все. Рыбы никакой. Так, ну что, пойдемте посмотрим, сколько же там. Сколько же там. Ну вот полежала на солнце, Катя, значит, не врет, 45 градусов. 45 на солнце, так это еще сегодня не такое солнце, как было вчера. Представляете? 45 градусов. Офигеть. А то на югах там плавятся некоторые люди. У нас тоже он как на юге 45 градусов. Как у вас на побережье. У нас тоже юг. Но это ненадолго. Июль-август уже все. А в сентябре снег может выпасть. Просто лето также начиналось. На 1 июня, по-моему, лето началось. Или 12 июня, когда мы на праздник ходили, или 1. Ну, прям, по-моему, в первый день лето началось. А здесь, представляете, весны-то не было, все зима, да зима, 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 тут сразу трах-бах, лето прилетело. Вот, 45 градусов, сейчас буду поливать. Поливать. Красота.
Молот струя бьет. Вечером не буду поливать. Вечером садить буду. Что за яму тут? Ладно, девочки. Ой, люблю я даже. Мне вот даже, конечно, все бы эту зелень убрать, все эти деревья. Но мне так нравится, когда все зелено. И пусть даже вот такая вот трава. Лук напоминает, бабочки летают. Красота вообще. Солнце такое яркое. Ну, вчера жарче было. Ну-ка, что у нас тут? Со 47 градусов. Я не знаю, такой неудачный этот попался. 47 градусов жары в Сибири. Югу привет! Побережью привет! От сибирских южан. Вот так, 47 градусов. Офигеть, я даже не помню раньше, была такая температура или нет. Ладно, девочки, пойду я поливать, а с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока и всем хорошего настроения. Пока поливала, не знаю, видно, 50 градусов. Значит, Катя не соврала. А говорит, зашкаливала, даже вот до сюда, до самого последнего доходила. Ну, это 55, наверное, вчера было. 50 градусов жары.